Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Краски Ж, и мы путешественники по Крыму и по времени. Сегодня приехали, договорились здесь с одной компанией, приехали посмотреть дома. Нашли дом, который мы хотели, проект, построенный уже с отделкой, ну как бы выставочный вариант от завода. И договорились с человеком, что мы подъедем в обед посмотреть этот дом. Тот дом, который мы хотели построить. Именно такой проект нашли. Здесь, в Крыму, под Симферополем. Ну, приехали мы за 100 километров, и все закрыто на замок. Человек трубку не берет. Надеюсь, что он все-таки появится на связи. Потому что как-то немножечко странно получается, что договариваешься, и тебе потом приезжаешь, тебе не отвечают. Это именно завод, который строит такие дома. Я думаю, люди должны как-то быть заинтересованы. Этот проект, который мы вынашиваем уже много лет, и вот нашли его здесь, в Крыму, готовый. Поэтому ждем менеджера. Надеюсь, что он все-таки появится на связи. Здесь нету интернета в этом селе. В общем, не знаю, как дозвониться до него. Стоим, ждем. Покажем вам. Ну все, вроде дозвонились, 25-й попытки. Сказали, ждите, сейчас подъедем. Поэтому сейчас с вами посмотрим готовый дом. Они, короче, не могут сразу сказать, сколько будет такой дом стоить. Но мы делали проект, и именно это, под себя проект, увеличивали площадь. То есть по стандарту это дом около 75 квадратов, но нам надо было немножко побольше его сделать, и мы платили проектировщику. Проектировщик, кстати, этого дома, проект принадлежит одной фирме из Сочи. Вот, и здесь, как бы сказать, их партнеры, то есть они тоже занимаются этими проектами таких домов. И нашли мы его еще очень-очень давно, несколько лет назад, и нашли его в Крыму. Именно их партнеры, которые делают их проект. Сейчас посмотрим, понравится вам воочию, не понравится. На бумаге-то оно, конечно, все хорошо. Но то, что я вижу внешне, вот там видите, вот тот дом стоит с крыши, типа шале, мне нравится. Мы сейчас посмотрим. Вот такой дом, проект. Это дом 75 метров. Под нас сделали его 110 где-то примерно. Это его спальня. Это задняя часть. Сам фасад идет с той стороны. Сейчас мы посмотрим. Зайдем сюда. Так. Да, да. Все-таки перголы стоят интересные. Как зона, зона прихожей. То, что мы хотели. Вообще без проблем. Конечно, конечно. Так, вот проект, который бы мы хотели. Выглядит он... Есть. Мы назвали, скажем так, внутри завода, то есть у нас завод, который изготовляет комплекты домов. У нас в Екатеринбурге, Владивосток и Крым. Вот мы взяли его за основу. За основу и сделали, назовем так, народный дом. Это гипсокартон, по нему обои наклеены под покраску, покрашены текурилой. Моющие, заталкивающие, все остальное. Да. То есть трехспальные мы сейчас с вами здесь закончим, проедем, я вам покажу строящийся. Зайдете на него. Там единственное, что там сводчатые потолки поставили, ножничные, террасы. Огромнейшие террасы, посмотрите какие. А там дальше идет с низким, ну не с низким, а с горизонтальным потолком. Я все хотела посмотреть как решение, да. То есть у нас состоит. Все, я поняла. Здесь, вот, да. Здесь конек, здесь две спальни просторных. Вот здесь для двух детей получается. Одна спальня около 10 метров, 11 метров получается. Здесь выход еще на одну террасу. Все сделано очень хорошо, капитально. Круто, просторно. Это как бы те домики, которые мы видели с вами в прошлом выпуске, конечно, немножечко не дотягивают. Смотрите, какое интересное решение для платяного шкафа. Нет, почему? Тут еще... смысл, если... Вот здесь все люди как бы ставят, не делают тамбур. Вот, санузел. Посмотрим. И Донское, это разница между ними. Ну да. Потому что здесь холоднее, чем... Санузел. Поэтому... Просторный. Слышу, что вы, да,
ванна, кошка. Санузел метров, наверное, ну, 4,5-5. Бойлер стоит, видите, нормально. Этот дом выполнен из сип-панелей. То есть все полностью здесь. Кроме отделки внешней, конечно, там и террасы. Все это, как там, палубная доска или как она там, да, или какая-то? Террасная доска. Она и в каркасе дома, и на террасе. Вот здесь сколько, 6 метров в коньке, да? Нет, здесь метр... Поменьше, 4, да? Наверное. Ага. Ясно. Эти кухни вы тоже, как бы, да, если сдаете под ключ, вы это все устанавливаете. Есть у вас мебельный цех, нет? Это IKEA. А, IKEA? Что, я не узнала? Нет. Нет, здесь жила у меня дочь. Быстренько дом построить, и она приехала. Все, поняла. Я что-то не узнала IKEA вообще. А, по столешнице узнала? А что IKEA, если? Да. Диван, точно, да. Угу. IKEA Краснодарская. Да, да, мы это, да. Я не узнала просто кухню. Сейчас я вам покажу, как он выглядит с фасадом. Мы изнутри посмотрели, вот это вся, все вот это продается. Вот эта усадьба, вся, два дома с бассейном, с вот этими, вот этой банькой и все. Вот так он выглядит. Тоже шикарная терраса огромная. Квадроцикл тоже есть. Тоже мы хотим себе квадроцикл в будущем купить. 10 соток земли. Это можно расценивать как бизнес, допустим, да? Как купить вот усадьбу. Этот дом сдавать, здесь жить, здесь баня, здесь и так далее. Или на две семьи, допустим. Это резервная линия, она по большому счету очень... Так, вот в строящемся виде это еще больше, как говорится, площадь. Это 3 спальни и такая же просторная гостиная, она будет больше. Сейчас мы сюда залезем каким-то образом, посмотрим, как на внутри выглядит. Подшивка, да, он ровный. Вот здесь ровный. Здесь ровный потолок. Сводчатый, кухня, столовая. Получается где-то около 3 метров высота, да? 2,80. Тут же вход будет, опять же, здесь будет. Высоты достаточно вообще круто. Да. Сейчас 80, пойди поищи еще. Это, получается, будет общая часть. Это делится... Тут уже террасу строят. Видите? Да. То есть это комплект дома максимально удешевленный, назовем так. Потому что вот люди сходят, заходят с деньгами с какими-то, да? Вот им надо в первую очередь коробку. Второе уже потом постепенно деньги где-то взял, значит, там перегородки сделал, там подобное. Разный подход, а? Так можно? Так можно. Почему он не сделан? Смотрите, вот видите, он на ферму несущий. То есть перегородки не несущие. Я понял. Ага. Все. А как? Ставь перегородки, натягивай потолки. При том, что перегородки уже идут. То есть будет подшиваться чем-то все равно? Или не будет подшиваться? Будет подшиваться и утепляться. Подшивается и утепляется нижний пояс. То есть потом крепится, грубо говоря, сам СИП, перегородка любая, да, крепится и стоит. Все. Да. То есть можешь расчертить потом как хочешь. Как хочешь. Понял. Все. Не накрыл, дождь пошел. Здрасте, твои проблемы, да? Ну почему твои проблемы? Нет, это вообще купил и твои проблемы построил. Сколько получается по времени? Сборка. Неделя. Неделя сборка вот. Да. Основания всего. Вот. Всего. Всей коробки без покрытия крыши, потому что крыша покрытие оно. А что внутри потом? Гипсу шьют? Гипса с шумоизоляцией. То есть дерево укрывается пара тепла, наверное, да, камера? Нет. Потом... Гипсокартон прямо на нее. Вот эти швы промазываются все сперва. Пара изоляционным герметиком. Все. Потом гипса прямо на нее шьется без профиля. По гипсе штробится, проводка делается. Это нарушение, но это идеальный вариант провести ее. Нарушение, почему? Потому что там с каких-то 50-х годов это принято.
И не меняют, до малоэтажки не дошли, чтобы изменить. Поэтому... Слушайте, а как они к гипсу, гипсы выводили, если два? Можно в два, в две девятки. Два еще... Дошел до первого. Два еще пойму, а в 12 запихнуть, допустим, кабелек, там 3,5 сечения. Легко. 85 квадратов. В нем заходит легко и затирается, и хватает места. И причем еще достаточно с запасом. Нет, ну вот терапия, оно ровное все. Да. Изначально ровное. Да, если ребята выставили ровные стены. На ровные стены шить гипсокартон. Конечно. Мечта любого, наверное. И пол также. Мастера, потому что шиванул, стыки прошел, блин, серпяночку пробабахал. Равно так же по наружной отделке. Все ровненько, все. Гвоздимость хорошая, материал держит, хоть плазму, хоть что. Да. Крепить уже, картиночку прибить проблем не надо. Да, это точно. Взял шумповёр, прикрутил. Да. Режется надо. Надо окно увеличить. Здрасте. Да. Он вообще растущий. Надо, значит, пристроить. Легко пристроился. Ну да, кстати. Да, потому тоже, что философия-то крутили. Зарубежная. Добавили вперед. То есть маленькая семья, один объем дома. Дети родились, пристроился. Да. Это преимущество, кстати, перед этими самыми, перед блочными домами. Угу. Там только блок можно приставить. Ну там блок, еще и попробую, в том же надо как-то пристыковать и пришить, и все остальное. А здесь тупо раз. Да, особенно если тут ремонт сделан уже, то все надо. Причем 224-я платформа на полу. Потолок. Ну, в данном случае потолок, да, он утепляется либо закачкой эковаты, либо... Ну, подшивается все равно же USB-шкой. Можно USB, можно пленка с обрешеткой, а потом натягиваю потолки, потому что проводку провел, да. Все, и натягиваю потолки. Хочешь USB, можно USB нашить, угу. Не хочешь USB, пленка пароизоляционная, там утеплитель, и обрешетка стоит вот как на кровле, угу. Чтобы она не вывалилась, не она держалась, все. Такой на комплект 1 400 000 стоит, 85 квадратов. 1 400 000. Входит, да. Свинцовый груз, который я повторяюсь вообще-то. Да. СИП-платформа, да. СИП-стены, да. И фермы комплект. Все. Все. 1 400 000 вот этот, в этом виде, в котором он есть. Садить, чтобы зайти и жить. Ну, просто не садить, да. От 50 до 75 тысяч за квадратный метр. Примерно в этом диапазоне. От 50 до 70 тысяч за квадратный метр. Получается сотка. То еще получается, это 5 миллионов надо садить. Ну, если 100 квадратных метров, например, то он вам обойдется под тапочки «Заходи, живи» от 5 до 7,5 миллионов в среднем. Угу. Но там берегов нету, можно напольное покрытие 1000 за 10 просто сделать. Да, понятно. Вот 5 до... Ну, так, в принципе, и просчитывали. Ну, это изначально. В 2 раза дешевле, чем однокомнатная квартира. В каком-нибудь... Ну да, плюс участок, плюс забор. В этом районе. Ту-ту-ту, да. Ну, это 85 квадратов, а ну, кому-то нет, надо поменьше. За сотку мы сейчас, за сотку мы сейчас. Угу. Да, ну с чего это родить? 85. 85 квадратных метров. То есть, если 75 стандартный инжир, надо посчитать. 50-70 квадратов, а там, опять же, за квадрат. Да. И покрасят, и сколько все, ну, сделают. В данном случае комплект стоит примерно в районе там, 17 тысяч за квадратный метр. Угу. Вот этот комплект? Да. 17 тысяч за квадрат. Ну, без крыши, без ничего. Да, под ключ 50-70, в зависимости от того, что вы желаете. Какие вы наполнители желаете. Я скажу, что давайте так тогда, если интересно. На фундаменте с покрытой крышей 2. Угу. Собранный. Угу, понятно. Если... Ну, а стеклопакеты плюс еще, да, это не входит в комплект? Что ты хочешь ставить? 2 камеры, 2 камеры. Я поняла. И все, это тут уже... Угу. Нет, ну... Эти цифры называть, это такое дело неблагодарное. Да. Дело все в том, что запоминаются всегда цифры, и начинаются потом обманутые ожидания. Естественно, то есть, запоминается меньшая цифра. Да. Всегда. Ой, меньше. Сказали там 50, или, а мы вышли, говорите, на... называете площадь всегда большую.